Друзья, короче, меня зовут Артем Онов, сейчас я объясню, что вас ждет. Это, друзья, открытый микрофон. Карьера самарского стендап-комика Артема Ионова началась больше 4 лет назад. За это время из небольшого провинциального артиста он превратился в популярного комика с турами по стране. В списке достижений молодого человека – выступления на больших концертах знаменитых артистов-комиков, а также организация открытых микрофонов для начинающих любителей комедии в родном городе. Как признается сам Артем, одной из его главных фишек является проблема с речью. Артист, бывает, заикается даже на сцене. Но эту проблему молодой человек сумел мастерски высмеять, превратив в ироничный стендап-номер. На неоднозначный вопрос, продлевает ли смех жизнь, у Артема вполне однозначный ответ. Я сам, конечно же, верю, что комедия и смех, они позволяют разрядиться, они позволяют что-то пережить. Я считаю, что очень многие не любят шутки на какие-то черные темы или о каких-то печальных событиях, но для многих же людей, и в частности для комиков, чем раньше ты пошутишь, и чем хуже, короче, тем ситуация, вот надо прям какой-то панч кинуть, и ты да, все нормально. О влиянии смеха на жизнь человека сказано немало. Медики считают, что смеяться действительно полезно для здоровья. Специалист-эндокринолог Ольга Косарева рассказывает, что смех – это не просто выражение положительных эмоций. Это запуск и работы и сердечно-сосудистой системы, у нас сердцебиение усиливается, это и дыхательная система усиливается, там, одышка появляется. Но прежде всего, конечно, это же регуляция нейрогуморальной системы, эндокринной системы с выработкой гормонов. И именно гормоны, которые у нас отвечают за эмоции, за счастье, за такое воодушевление, это вот и дофамин, который вырабатывается надпочечниками, и серотонин клетками кишечника, они, конечно же, отвечают вот за эмоциональный фон. Чтобы смех действительно имел положительный для здоровья эффект, его нужно правильно получать. Очень важны источники позитивных эмоций, говорят психологи. Юмор доброжелательный, он раскрывает грудную клетку, хочется дышать и улыбаться. Вот. Юмор может быть сарказмом, юмор может быть иронией, юмор может быть издевательством. Он, конечно, вредный, безусловно, потому что человек напрягается, сжимается и тревожится. Получаемые от доброжелательного юмора эмоции Константин Лисецкий сравнивает с медитацией. А у нас есть напряжение вот от сложности мира и от непрерывных столкновений с разными проблемами. И через смех происходит вот эта вот разрядка, все сосуды, все суставы, суставы становятся мягче, сосуды становятся чище и там как раскрываются. Вот. И вот это вот комфортное состояние без хронического напряжения, потому что хроническое напряжение – это потеря жизненной энергии. Вот в этом плане, конечно, смех незаменим. Однозначного ответа на вопрос, продлевает ли смех жизнь, пока нет. И хотя сами по себе юмор, смех и веселье – это не лекарство, по словам специалистов, благодаря смеху человек все же достигает того состояния, которое способствует выздоровлению и делает жизнь каждого из нас немного счастливее. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.